Всем привет, меня Александр Сачков. И сегодня, угадайте, что у меня опять этот телефончик. Значит, сегодня опять будут эксперименты над этим телефончиком. Сейчас я его сюда куда-нибудь кину. Итак, сегодня у нас будет эксперимент. Можно ли зарядить телефон от одного лимона? Точнее, от половины лимона. И получится ли вообще это сделать? Также еще будет зарядка от батарейки обычной и от батарейки другой, короче, батарейки, я не знаю, как она называется. В общем, давайте просто сейчас верните видосик, поставьте под ним лайк и продолжайте просмотр, потому что самое интересное сейчас. В общем, что у нас здесь есть? Давайте посмотрим. У нас есть проволока медная или не медная, хрен его знает какая. Просто проволока, короче, от чего-то. В общем, у нас есть две батарейки, вот такая вот батарейка, то есть обычная батарейка вот такая вот. Вам, наверное, не видно, но ладно. Есть такая батарейка, есть еще вот такая вот батарейка. Вот она. И, конечно же, наш лимон. И, как я сказал, он будет половинчатый, потому что вся работа будет с половинчатым лимоном. И у нас есть наш телефончик, который мы сегодня будем испытывать, вообще будет работать это или нет. Что мы будем сегодня вообще в данный момент делать? Первое – это лимон. Нам нужно ничего, в общем, с ним не делать. Давайте проверим наш телефончик, если вы, конечно же, не верите, то, что он там работает, не работает. Вообще он работает, давайте сейчас кое-что уберу. Чайник здесь. Чайник нам сейчас не нужен. Вот он, чайник. Я его сейчас трогать не буду. В общем, ребят, вот чайник. Я опять там же, где я снимаю эксперименты. Ну, да, потому что дома я не могу снимать эксперименты, потому что что-нибудь взорвется и типа все. Там я снимаю только иногда игры. Даже игры я в другом месте снимаю. В общем, сегодня мы будем проверять лимон. Это первое. Для этого, я не знаю, куда камеру прикрепить, ну ладно. Так, это пока что убираем вот сюда, на стол. Берем нашу проволоку, я не знаю, как ее закреплю. В общем, вставляем ее в лимон. Так, наверное, как-нибудь. Хрен его знает как. Блин, не втыкается. В общем, вам нужна просто проволока такая, которая, от которой реально будет что-то работать. Давайте вот так вот сделаю, нормально будет, наверное, выглядеть. То есть вам будет видно то, что я втыкаю реально в лимон. Вот, все. Видно, сок потек из лимона. Я засунул в лимон нашу проволоку. Теперь берем нашу штуку, телефончик, и, то есть вот он работает, это можно заметить, то что телефон реально работает и как бы в нем сейчас проблем нету. Давайте сейчас проверим зарядку, сколько там зарядки. В данный момент здесь 82 заряда. Ну давайте посмотрим, что у нас сейчас изменится, давайте это уберем пока что. Так, выключаем. Так, теперь надо как-то его скрепить с нашим лимоном. Так, так, наверное. Не всовывается. Может, да, вот так вот. Блин. Короче, я не знаю, как это закрепить, но вы можете закрепить изолентой или чем-нибудь еще. Ну, я попробую как-нибудь вот так. Надо сделать все-таки. Так. В общем, нет, она просто тупо не запихивается туда. Как бы я ни старался. Так. В общем, сейчас посмотрим. Так. Сейчас засуну, ребят.
Так, телефон еще работает, подождите. Просто я думаю, то, что он сейчас у меня что-нибудь с ним произойдет. Так. Не знаю. Так. Да почему она дергается? То есть у меня стоит все в лимоне. Можно заметить то, что проволока в данный момент в лимоне. И вставляем ее сюда. Давайте буду держать тогда. И смотрим. Так стоит вроде. Видим. Вы не поверите, но это так. Телефон реально заряжается. То есть, если мы оттуда эту штуку уберем, то вот. То есть, я ее убрал. Он опять не заряжается. Давайте проверим нашу зарядку. 82%. Как-то так. Опять мы экранчик делаем. Так. Опять же ставим нашу... Не знаю даже, как ее схватить. Я не знаю, что будет, потому что может все что угодно быть. Так. Смотрим на наш телефончик. Да почему она не впихивается? В общем, надо это изолентой все делать. Но я этого не хочу. И видим то, что у нас опять она заряжается. Это не фейк, смотрите, ребята. Это реально не фейк. Это реальная вот идет зарядка. То есть я вам не вру, вот она. То есть вот сейчас ее отцеплю, и она сразу... Вот. Отцепляю, меняется сразу экран, и видим то, что у нас опять не работает. То есть смотрите, вот так уберем, смотрим нашу зарядку. 82%. Так как и осталось, так и осталось. В общем, я не вру, потому что все работает вот так вот. Это все не шутки, ребят. То, что вот я сейчас делаю. Это реально все рабочая штука, и она реально работает. С помощью одной такой проволоки, которой тут должен быть вход. Давайте это пока что уберем. Там звук случайно нажал, ладно. Сейчас. Так вот. Ладно. Ладно, телефончик нам пока что не нужен. В общем, давайте разберемся вообще, что я сейчас сделал. Давайте это уберу отсюда. То есть вот он, наш лимон, чтобы оттуда был сок. Это обязательно. Так, окей. Это нам тоже сейчас не нужен, наш лимон. Так, давайте разберемся, как вообще у меня это получилось. И вообще, почему зарядка шла и одновременно не шла. Может, я просто мало времени подержал. Ну, конечно, несколько секунд. За это время не может зарядиться от одного лимона. Зарядка пошла от одного половинки лимона. От одной половинки лимона. А вообще, как я это сделал? Вот в эту часть, которую я всунул тут, можно увидеть... Хотя нет, нельзя увидеть. Давайте как-нибудь настрою. Как-нибудь вот так. Чтобы вам было видно, то, что там вот такая вот фигня. Вот она. Я не знаю даже, как настроить. У меня глючит что-то камера. Но можно все-таки заметить то, что на этой штуке есть такая вот хрень. Медная вроде. Вот, то есть она выпирает, и как бы, когда я сую ее в лимон, то как-то вот так. Вот тут немного порванная, ну ладно. И здесь тоже есть она. Вот ее мы суем в телефон. То есть там мало этой штуки, но она как бы работает. Не знаю, видно вам, не видно. Так, от этого мы зарядили. То есть вот наш лимон и батарейки. То есть это не фейк, это реально. В общем, можно как-то вот так вот заряжать наш телефон. Так, все, убираем это куда-нибудь. Давайте сюда положу. Так, теперь нам нужен опять же наш телефон, который мы сегодня опять будем заряжать. То есть сегодня у нас вообще эксперимент только с этим телефоном. Так что заранее сейчас подпишитесь на мой канал Нубас, потому что самое интересное видео только здесь. И поэтому здесь офигенно как весело. Так, первая батарейка, давайте сначала будет зеленой. Зеленая, ладно, ребят. И для этого эксперимента нам опять нужна проволока. Теперь нам не нужен уже наш лимон, которого сок пошел из него уже. Я, конечно, долго с лимоном не понимал, как вообще это работает. Я и
изолентой привязывал это все. Не работало. И оказывается, я понял то, что там нужен сок, чтобы из лимона шел сок. И чтобы питание, в общем, шло к телефону. Не знаю как, но сок лимона проводит ток, и телефон показывает, что заряжается. Но на самом деле от одной половинки лимона, ну, невозможно ничего зарядить. Так что я вам там не показываю там фейк глобальный, то, что там сразу только присоединил эту зарядку, сразу 100%. Нет, это реально не фейк, поэтому это реальная правда, то есть это возможно реально сделать. То, что я показываю сейчас, это реально можно все выполнить. Да, мало посмотрит людей этот видосик, но, ребят, я делаю это для тех, кто хочет круто там что-то делать. Итак, для этого эксперимента нам опять нужна эта штука, теперь мы должны ее поставить вот сюда, ну, точнее, вот сюда. То есть, вот сюда, где, в общем, вот эта вот штука. Я не знаю, как она называется, но, в общем, ставим ее сюда. Так, это тоже можно изолентой все, но я как бы попытаюсь как-нибудь это все сдерживать. Так, нет. Нет. Так, тут видно то, что у меня все соединено. Тут немного вот так, ладно. Окей. Так. Так. То есть, это не фейк, видно то, что у меня сейчас телефон не заряжается. Когда заряжается, он показывает, ну, понятно, что вот это, ну, короче, вилку, которая заряжается. Это было видно в начале. Поэтому это никак не может быть фейком, потому что реально телефон рабочий, я могу вам доказать, все здесь двигается, все отлично. То есть, вот, это, в общем, ну, это реально не фейк, поэтому... Ребят, ну, советую все-таки вам как-то вот все-таки верить этому, потому что это реально не фейк. И, например, я не знаю, какую игру включить, Subway Surf, например. Все это работает, ребят, ну, все-таки как-то вот так вот. Любая игра, которая здесь нужна... так, нет. Давайте задачу отключу. Она нам сейчас не нужна. У меня два рабочих стола, ничего так, ребят. Hill Climb вот работает. Вот он. То есть это не фейк, ребят. Это серьезно не фейк. То, что я показываю, это реально рабочий телефон, который серьезно работает. Окей. Мы просто берем сейчас, подключаем. Вот я вам сейчас все показываю прям вот так вот. Мы присоединяем телефон. Наш телефончик вот... Не знаю, показано, не показано. Вот, мы видим то, что он немного... Да блин. Так. Не подключается. В общем, засовываем ее туда, в эту штуку. Да почему она не суется туда? В общем, засовываем ее сюда, проверяем. Вот, идет такая вот штука. То есть у меня опять же, можно пользоваться опять телефоном, у меня, в общем, это все будет работать. То есть лайфхак вообще работает полностью, и, в общем, ну как-то вот так вот. То есть вот у меня все работает опять же. У меня в данный момент сейчас заряжается типа телефон, ну типа, потому что мы сейчас работаем. И видно то, что у меня реально сейчас... Работает телефон. Это не фейк, и фейком это никак не может быть. Вот так вот. И это все идет от обычной батарейки, которая вот просто приставлена к этой, короче, штуке. То есть отсоединяем, и она сразу уже не работает. Вот. Можно увидеть. То есть это не монтаж, это серьезно, правда. Вот. То есть подсоединяем, у нас опять все будет работать. Так, опять выключаем его, оффаем, он нам сейчас не нужен. Так, и третий, последний эксперимент, который на сегодня будет, это у нас с такой батарейкой. С этой батарейкой у нас должно что-то зарядиться все-таки сегодня. Чтобы вы реально поверили, что это не фейк.
Так, я взял батарейку Pleo Max. Я не знаю, как она правильно читается, но, видимо, так. В общем, так. Берем опять наш телефончик. Ставим его куда-нибудь сюда. И подключаем. То есть, смотрите, вот такая батарейка, если вы хотите заряжать, нужна именно такая батарейка. Ну, например, у вас нет зарядки, или вы ее сломали, или не знаю, короче, что вы сделали с зарядкой, но, например, у вас ее нету. Но каким-то образом у вас появилась такая зарядка. Или кусок лимона, или такая маленькая батарейка. Ну, например, вот. И каким-то образом у вас еще есть проволока, ну, медная. Просто подключаем ее сюда. То есть, так, можем поставить. Нет, наверное, все будет падать. Ну ладно. Так, одну сюда. Ладно. С этой, конечно, я не пробовал батарейкой. Заряжается, нет, я не знаю. Потому что я не знаю, куда здесь свать это все. Потому что здесь две дырки, и непонятно, в какую надо сунуть, чтобы все заряжалось. Это реально, вот этот вот способ зарядки мне непонятен. Я никогда не пробовал заряжать с помощью вот такой вот батарейки. И я реально не знаю, как вот это вот сделать, потому что это нереально. Тут две дырки. У меня работает только от одной вот этой штуки. То есть, как я ее засуну туда, я не знаю. Двумя способами, а куда-то в телефон пихать. В общем, я не знаю. Давайте сейчас попробуем. Так. Давайте ее. Ладно, вот так сделаем. Так. Извините, что видос такой долгий. Ладно, суем ее сюда. Попробуем сначала в эту. Так, суем ее сюда. Так, и включаем телефон. Суем. Давай же. Давай же. Не работает. Это серьезно не работает. Лайфхак с этой батарейкой не работает, как бы я ни пробовал, блин. Ладно. Но у нас получилось. То есть осталась у нас только вот эта вот часть. В эту я впихал только что, вот в эту. Вот в эту я еще не пихал. Давайте в нее теперь попробуем запихнуть нашу штуку. Так, опять же подсоединяем ее. Я не знаю, как ее подсоединю. Туда она просто не влезает почему-то. Это как-то странно. То есть телефон у нас работает еще. Давайте его офнем пока что. Так. Так. Не попаду, наверное. В общем, ставим эту штуку. Так. Давай же. Да, блин. Она просто не залазит туда. Не, почти, почти, почти. Блин. Почти. Вроде вошла. Так. И запихиваем сюда наш телефончик. Давайте мы его опять включим. Я вот думаю, что если у нас сейчас все здесь просто взорвется, я этого просто не знаю. Так, и съем нашу штуку. Нет. Нет, не работает. Так что вот эта батарейка с этой хренью лайфхак не работает. Просто на зарядку телефона с этой хренью не работает, как бы вы ни пытались. Потому что может, я что-то неправильно делаю, может, я как-то просто неправильно заряжаю, но эта хрень просто, ну, не работает. Именно вот эта вот батарейка, именно вот такая. Я не знаю, как заряжают другие люди с нее на Ютубе, но с нее, с этой батарейки, невозможно зарядить телефон. Невозможно. Это просто нереально. Ну, честно. А вот с обычной вот такой батарейкой тут все понятно, потому что здесь как бы вот эта вот штука не нужна, а нужна только передняя вот эта штука. Главное, чтобы наша батарейка была заряжена. Точнее, ну просто, чтобы она была новая. То есть пихаем ее сюда, ставим вот так. Ставим опять вот так. Я показываю сейчас еще раз. Давайте как-нибудь. Я не знаю даже, как показать сейчас. Почему у меня сейчас опять ничего не вставливается? Давай. Так. Давай.
Включаем телефончик. Давай. Ну, почему ты убегаешь? Так. Вот. Давай. Нет. 81, даже еще меньше стало, чем было. Офигеть. Так. Что, всунул нормально это? Походу, да. Или походу, нет. Давайте поправим эту штуку тогда. Блин. Она не вставляется. Закрепляем. Блин. Да, вот так вот закрепляем. И вставляем нашу вторую часть. То есть вот. Вот так вот я показываю, блин. Не настраивается. Просто не настраивается камера. Извиняюсь. Вставляем. И вы не поверите, но это серьезно рабочий способ, ребят. Мы можем просто сделать такой вот, такой просто типа зарядки, но это сразу понятно, что это не зарядка. Это просто офигеть. И это всего лишь из одной такой штуки. То есть это не фейк, это реальная. Так, вот я держу ее, и видно то, что эта хрень заряжается, вот, то есть, все работает, вот, батарейка там, вот, вот, отсоединяю, не отсоединяю, так, вот, присоединил опять, вот, и она опять начинает делаться, это не фейк, ребят, это не фейк, это просто не фейк, это, ну, честно, ребят, это не фейк, вот, я отсоединил вот все, и уже это не работает. То есть мы просто можем сделать так, типа наш телефон заряжается, но на самом деле он зарядиться не может. Хотя, если мы его поставим на сколько-то минут, возможно, он зарядится на 1%. Но это, ну, нереально просто. Но такой вот глюк в системе мы можем сделать, типа зарядка в нашем телефоне. То есть в данный момент у меня ничего не заряжается, и у меня такой не глюк, типа заряжается, не заряжается. Можно проверить, потому что... Может, кто-то не верит, то, что так можно зарядить. Вот. То есть, сколько вы не смотрите туда. Вот. Это не картинка, ребята, реально. Вот. Вот честно я вам сейчас покажу, то, что это реальный телефон, реально рабочий. Вот так вот можно там что-то прокрутить, посмотреть. Вот. То есть, зайти куда-то. Вот туда можно прокрутить до конца. То есть, это реальный телефон, это не фейковый телефон. То, что там некоторые люди показывают фейки. Ребят, я не такой, я не делаю фейки. Это реальный рабочий способ, как зарядить телефон. И не знаю, если вам это видео понравилось, обязательно поставьте под ним лайк. Ну, я еще сейчас скажу в конце. В общем, два раза я попробовал от этой батарейки, которая одна такая штука. От нее зарядилась. То есть от нее начинается зарядка, но я не знаю, зарядится нет. Так что, ладно. Так, возвращаемся к нашим лимонам, батарейкам и еще батарейкам. И еще проволоке. Телефончику. И смотрим вот так вот. Вот это наша вся штука. То есть вот так вот мы сегодня что-то пытались сделать. Ну что ж. Вот это вот все, что мы сегодня сделали, все это работало. Кроме вот этой батарейки. Она просто не рабочая. Или я просто не так что-то делал, но она просто не работает. Она не заряжает телефон. Ну это нереально. Вот этой батарейкой нельзя зарядить смартфон. Просто это нереально. Так что этой батарейки никогда не пытайтесь это сделать. Зарядить этой батарейкой телефон. Да и вообще, то, что я сейчас делаю здесь, это вообще не пытайтесь повторить, потому что у вас просто может взорваться телефон. Ну, потому что у меня руки ведь правильные, а может у вас неправильные, у вас может все взорваться. Но вот два способа из трех
Реально, рабочие. Рабочие способы – это лимон и батарейка такая маленькая. Это реальные два способа, которые реально работают, которыми можно зарядить телефон. Ну а с этой батарейкой ей нельзя зарядить телефон. Так что никогда не пытайтесь ей зарядить телефон. Так что вот я проверил этот лайфхак на зарядку телефона. Это реально работает. И то, что делают там ютуберы, типа, нужно 1000 лимонов, чтобы зарядить телефон. Да, это возможно, но просто, я не знаю, это будет просто иллюзия, то, что у вас заряжается телефон. На самом деле, ни 1% у вас не заряжается. Это всего лишь, нереально, чтобы от лимона заряжался телефон. Просто используйте обычную розетку и все. А если вы хотите сделать такую иллюзию там зарядки, то вам понадобится всего лишь лимон или такая просто батарейка обычная. Так, понятно то, что лимон можно купить в обычном магазине, обычную батарейку тоже можно купить там. А эту зарядку, ой, не зарядку, блин, что-то все время про зарядку, ладно. Так. И вот эту батарейку тоже можно купить в магазине, но она, не знаю, она не работает. Вот хотите, верьте, хотите, нет, но она не работает. Возможно, у меня что-то просто не получилось, так что напишите это в комментариях. Может, я что-то неправильно сделал, может, я что-то неправильно всовывал, но это не рабочий способ, просто. Вот такая вот обычная проволока, то есть она, не знаю, железная или не знаю какая, но она проводит ток. Обязательно должна быть такая штука, которая проводит ток. Это единственная такая штука, которая нужна нам в этом эксперименте. Так что не пишите там, у меня не работает от обычной там проволоки, что-то такое. Должна быть специальная проволока, которая проводит ток. Лимон и батарейка. И телефон. Все, нам больше ничего не нужно. В общем, давайте говорить пока и все. В общем, ребят, мы сегодня попытались тремя способами зарядить телефон, вот этот вот. Это реально мое видео, это не фейковое видео, это реальность. И, в общем, почему я не показал свое лицо, потому что реально нету времени там что-то перенастраивать, что-то делать. Я не хочу просто этим заниматься, поэтому, в общем, как-то так. Но я вам скажу вот так вот, то, что двумя способами из трех возможно зарядить телефон. Да, видео получилось долгим и, может, даже неинтересным, но реально два способа работают. Это с лимоном и с батарейкой, с обычной. С той батарейкой, которую второй раз мы пробовали, это просто нереально с нее зарядить телефон. В общем, а вот два способа, которые я назвал, с лимоном и с обычной батарейкой, они реально рабочие способы, так что если вы не верите, то проверьте, потому что это реальные рабочие способы. Ну, что я могу вам сказать? То, что всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, бас. Пишите комментарии под видео, и вот мой ID ВКонтакте, кто не помнит и всегда забывает. Александр Сучков. Да, это я. В общем, что я еще могу сказать? Всем удачи и всем пока! И ждите новые, в общем, выпуски этих экспериментов. Они будут, не знаю когда, но они точно будут. Так что я все вам сказал. В общем, всем пока!